Работа по профилактике детского травматизма на транспорте, проводимые мероприятия с родителями и детьми. Насколько актуальна эта проблема в весенний-летний период? Смотрите программу «Город С» 19 апреля 18.15. Гости в студии Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, и Юлия Макова, помощник Куйбышевского транспортного прокурора.